Вот чем должно телевидение заниматься. Телевидение – это рупор, и рупор говорит, что не надо сидеть и ковыряться в носу. Можно всегда открывать новое производство. И вот сегодня, ну не новое производство, новая торговая точка «Союз Авто», которая открылась здесь, рядом с центром «Техстар», Лукойловская заправка, Казачья переправа и главный выезд на Челябинск. То есть сегодня и сейчас все те, кто здесь проезжают, работают, должны знать, что здесь появились запчасти в большом ассортименте и по низким ценам на отечественные автомобили и на такие любимые корейские Nexi и Kia-шки. То есть жизнь продолжается, и ближайшие 8 лет потрясений ждать не приходится. Конечно, темпов 2007-го, начала 2008-го не будет, но потихоньку, помаленьку ковыряться будем. Дело в том, что во всех нормальных городах зарубежья первые этажи, как и транспортные магистрали, вовсю состоят из магазинов. И магнитки в этом смысле есть к чему стремиться. Ну а нас искренне радует то, что таковых становится больше. Взять, к примеру, Казачью переправу. Она вся утыкана сервисами. И я не знаю ни одного случая, чтобы внезапно не понадобилась та часть, которой в природе нет, и достать ее я не знаю как. Теперь бегать за запчастями и машиной друга не надо. Есть «Союз Авто». Ассортимент автодеталей у нас, в принципе, очень широкий спектр. В основном, конечно, ВАЗовская базовая, это 50%, и Nexi. Nexi в наличии, все автодетали, то есть, кроме, конечно, жести, которую мы привозим на заказ по просьбе клиента. Вот. При этом у нас очень большой ассортимент автомасел. Масла на разлив также, вот, по очень низким ценам. То есть на данный момент мы как бы мониторили цены общегородские. Мы выяснили, что у нас самые доступные цены по вообще всему ассортименту, по автодеталям и по маслам. Вот. И самое, что немаловажно, здесь, конечно, очень много автомастерских. Людям стало очень удобно приехать в магазин, загнали машинку в мастерскую. То есть в шаговой доступности, пожалуйста, можно прийти пешком от любой мастерской и приобрести автодетали по очень выгодной цене и по высокому, с высоким качеством. И не надо ерничать. Магазины, магазины, да магазины. Да, автомобили в городе всего в 5 раз меньше людей. Врачей нормальных в городе единицы. Слесарей тогда вообще нет. Если брать соотношение продуктовых лавок и магазинов запчастей, то последних-то не хватает. Решат ли проблему рынки? Нет. Рынок, то есть базар, работает по базарному принципу. Один день. Ну и пусть оставшуюся неделю бамбук курит. Оставшуюся неделю и вечер будут работать те, кто хочет это делать. В городе и здесь, на... Магнитная 158. Вы его найдете? Нет, конечно, не найдете. Да и тут адрес-то и не нужен. Это основная магистраль. Выезд с Казачьей переправы в левобережную сторону города Магнитогорска. СТО «Техстар». И вот он, магазин доступных автомобильных запчастей, который открывается и ждет вас и сегодня, и завтра, и сейчас, и с утра, и до вечера.